Всем привет, друзья, с вами я, Black Rainbow, и добро пожаловать в Dying Light. Сегодня мы будем бродить просторы космоса и спасаться от гигантского метеорита. Друзья, не забывайте ставить оценки и оставлять комментарии, они очень сильно помогают в развитии канала. А сейчас берите печеньки, наливайте чайку, и мы начинаем. Всем привет, друзья, это у нас Dying Light, меня зовут Артём, продолжаем проходить кастомные кампании. Сегодня у нас Dying Space, то есть умирающий космос. Задание в космосе, друзья, да-да-да, не удивляйтесь. А я сам, если честно, очень сильно прихерил с этого, какая-то рука он летает, указывающий нам в стену. Но там чего нету, в общем, ладно, пойдемте. В общем, у нас какое-то событие сообщества началось. Убейте зараженных 0 из 100. Так, выбраться с корабля выполнен. Пока астероид не уничтожил планету, успейте добраться до спасательной капсулы в недрах разрушенной станции. То есть мы должны скорее успеть отсюда уйти, пока астероид не уничтожил планету. Только, если честно, не знаю, куда здесь, друзья, идти. Но, скорее всего, тупо по астероидам куда-то прыгать, да? То есть особо здесь думать не нужно. Здесь нужно тупо идти вперед. Ну ладно, пойдемте. Миссия, кстати, карта довольно прикольная. Я люблю такие необычные карты. То есть не просто там какие-то, да, улицы, еще там что-то примитивное, уже всех задолбавшие насмерть. А именно что-то такое трэшовое, кринжовое и необычное, как, например, космос. Это, кстати, Dead Space, слушайте. Может быть, авторы были вдохновлены с Dead Space, потому что это очень схоже, зомби в космосе, все дела. Но в Dead Space были не зомби, а какие-то эти вообще некроморфы, по-моему, да, там были. В общем, какие-то такие человечки. В общем, пойдемте, у нас, кстати, время есть, 2 минуты, 2.30 у нас осталось, там, по-моему, дается 3 минуты. И здесь, если ты улетаешь в яму вниз, в пропасть, в космос, то, по-моему, начинаешь вообще с самого начала. Повышение уровня ловкости, полученное очко навыков. Вот это неплохо. А может быть, вкачать себе что-нибудь? Подождите, где у меня навыки? Во, да, смотрите, ловкость. Уклонение. Но мне оно особо здесь не пригодится, но давайте все равно вкачаем. Если на меня здесь, конечно, кто-то будет вообще-то нападать, то я так думаю, уклонение нам все-таки понадобится. Я без понятия, сколько мне там еще лезть. Но станция это, по-моему, вот эта вот большая штуковина, да, впереди нас, космическая. Ну а что же это еще там может быть, если это не она? Здесь больше ничего. Слушайте, будет смешно, если я сейчас пройду эту карту. Буквально сколько? За 3 минуты? Да ладно, вы что, серьезно, что ли? Это будет тогда вообще ни о чем. Ни о чем на карте вообще. Так, подождите. Мне сюда нужно идти, да? Да. Так, тихонечко, тихонечко. Сюда вот. Опа, так, запрыгиваем, так, нормально, хорошо. Куда там дальше-то? Вот на эти, так, ладно. Но это какие-то эти, от станции. Куски отломились, летают здесь. А нам по ним нужно забираться. Ладно, ладно. Да ладно, что, все, что ли? Такого быть? Чтобы ухватиться за выступ, удержите пробел. Нет, подождите, какой ухватиться? Это все? Это конец карты? Вы что, серьезно, что ли? Мы прошли ее буквально за... Друзья, за 3 минуты. Такого не может быть. Так, открываем. Ну не может быть, чтобы она закончилась, реально вам говорю. Тогда это что за карта вообще такая? Слушайте, офигеть, ну-ка давайте нажмем. И что дальше? А, нет, задание... Сбежать со станции в спасательной капсуле. А, вот, нас переместило куда-то, смотрите. Сбежать со станции в спасательной капсуле. Это мы... Подожди, подожди! Друзья, короче, здесь, когда погибаешь, то начинаешь чисто из меню, с самого начала. Здесь нету никаких чекпоинтов на этой карте, поэтому мне сейчас придется опять бежать к этой спасательной... Хотя я даже не знаю, это вообще спасательная капсула? Вот то, куда мы с вами... Мы с вами зашли в какой-то лифт. Лифт можно назвать спасательной капсулой? Мне кажется, не совсем. Лифт это явно не спасательная капсула. Мне кажется, там еще что-то сейчас будет. Но почему-то я выпал из лифта и погиб. Это довольно странно. А там, в принципе, идти-то не... Может быть, там нужно было подождать, кстати? Пока к нам какой-нибудь челнок подлетит. Как вариант. Ну, пойдемте опять туда вернемся, тогда и продолжим. А, катаны, ну я опять сюда добежал. У меня даже, по-моему, больше времени осталось, чем в предыдущий раз. Я, в принципе, здесь вообще ничего сложного не вижу. Как-то здесь все слишком... Ну, хотя, возможно, это годы Dying Light дают себе знать, потому что игру я несколько раз проходил, поэтому мне не сложно здесь все пропаркурить. Это такое, это изичевое, это изичевое. Ну, давайте зайдем опять в лифт. Ну, по идее, это, я как понимаю, капсула, да? Потому что там написано добраться до капсулы, и задание у нас выполняется, когда мы нажимаем кнопку. Поэтому это получается капсула. А что же еще это? В общем, что мы сейчас с вами делаем? Давайте посмотрим, что у нас здесь вообще такое. А дальше реально, а что... Это конец, что ли? Это конец карты? Кстати, друзья, смотрите, откуда мы сами вылезли. Мы были в какой-то вообще... Что это такое-то? Вентиляционная система гигантская? То есть нас, получается, выбросил с корабля прямо в космос.
и мы должны вернуться на него и спастись с этой планеты. Давайте я так думаю, здесь еще что-нибудь побегаем, поищем, потому что иначе у нас карта выйдет слишком короткая. Может быть, можно вот туда, вон куда-нибудь сходить смотреть. А можно, кстати, осмотреться вообще, что здесь есть. Здесь гигантский космос. Вот что здесь есть, больше здесь ничего нету. Да. Друзья, пока я бегал, меня посетила очень хорошая мысль. А что если дождаться, когда у нас закончится время, и посмотреть на то, что вообще произойдет? Как будет выглядеть? А почему мы... Подождите, а мы где появились? Смотрите, оно все покраснело. Это вот, видимо... Так вон это что за метеорит-то? Смотрите, вот он приближается. Смотрите, вон он летит. То есть здесь прям анимация сделана этого метеорита. Да ладно, вы что, прикиньте, короче, да, вон, смотрите, смотрите. Это он приближается к нашей карте. Ну, давайте подождем, он, в принципе, через 30 секунд прилетит. Я даже подрезать этот момент не буду. Сейчас он, пацаны, уже почти подлетает. А мы пока что давайте повыше заберемся, чтобы нам было лучше его видно. Так сказать, лучшую позу. Позу. Место лучше займем. Самое главное сейчас не упасть. А почему тогда я в прошлый раз, когда упал, я погиб? А сейчас я не погиб. Меня почему-то тупо тпшнул назад, и все. Только не говорите, что я погибну. Только не говорите, что я... У нас осталось 25 секунд. Метеорит уже почти подлетел к нашей станции. Сейчас он сделает бум, как говорится. Друзья, 18, 17, 16. Ну, мы считать уже с вами не будем. Он уже, короче, почти подлетел. Ждем, пацаны, ждем, ждем, ждем. Я надеюсь, вы запаслись попкорном, потому что сейчас будет очень эпичный взрыв. Ну, я надеюсь, по крайней мере, на эпичный взрыв. Не знаю, как здесь это реализовали. 3, 2, 1. Задание провалено. И все. Да. Друзья, ну мы сегодня, в общем, покатали в Dying Light. Была такая у нас карта, называется она Dying Space. Если я, как всегда, не забуду ссылочку, я обязательно оставлю на нее в комментарии. Если вы захотите, всегда сможете сами ее пройти. Хотя, в принципе, я не знаю, зачем ее опять перепроходить, потому что мы уже с вами все видели. В общем, друзья, оставляйте обязательно комментарии, обязательно оценочки, обязательно подписочку, обязательно вступление в группу ВКонтакте, подписывайтесь на Твиттер, также рассказывайте друзьям. Друзья, хорошего вам настроения, хороших вам дней, крепкого здоровья вашим родственникам, долгих лет жизни, я не знаю. В общем, всего самого наилучшего. И увидимся, друзья, с вами в следующем видео.